аса ауыр салмақ дәрежесіндегі басты үміт артар Нұрутиновтың командадағы сенімдігінің бірі болып есептеледі. Және түркменстандық спортшы Ходжа Мұхаммед Тойчиевке де кезеккенде 75 келі. 24-летний штангист из Туркменистана Тойчиев сейчас справляется с весом. И вообще-то он был уже чемпионом Азии, правда, случалось это в юниорах в 2011 году. Перейдя на взрослый помост, не можно похвастаться своими высокими результатами. И на 7-летний штангист пока что использовал одну попытку, 182 килограмма. Тем временем Ходжа Мухаммед Тойчиев из Туркменистана, заказав 185 килограммов, сейчас берет и уверенно поднимает штангу над головой. Благодарит он публику и доволен он, конечно же, своим результатом. Молодец. Эмоции нужно выплескивать после поднятия штанги. Сделал дело, гуляй смело. Я расында өте шақсы көрсеткіш болды. Қожа Мұхаммедтен мұндай нәтижені тіпті өзінің бапкерлерде күтпеген шығар, бірақ Қожа Мұхаммед үшінші орынға қол жеткізуде жеткілікті секілді. Міне, бұл да болса түркіменстандық феномен. Шындығын айта көрейік, Тойчиев туралы біздің Нұрутинов немесе Чен туралы білгенімізден білеріміз аса көп емес, бірақ дегенмен бүгін бұл жігіт өте керемет. Біздің жоғары бағамызға лайық нәтиже көрсетуде Ходжа Мухаммед Тойчиев, Туркменстан. Участник чемпионата мира в Хьюстоне. 10-е место он занимал с результатом 190 килограммов в рывке. Бапкерлердің арасында тұрған бір азамат осы Тойчиевтің ағасы болу керек. Өте қатты ұқсайды екен бұл екі жігіт. Не, Тойчиев. Конечно же, хочется ему медалей континентального первенства, потому что высоких результатов у него еще не было. Идет он к этому верно. Ходжа Мухаммед Тойчиев поднимает 190 килограммов, тем самым все три свои попытки записал себе в актив. Пока что это самый высокий результат на сегодня. Көздегі елген жасты әрке алмау, мұне өздеріңіз байқаған болсаңыздар, бапкерлердің бірі бұл спортшының ағасы болу керек. Өте қатты ұқсайды бір-бірлеріне. Не, Ходжа Мухаммед Тойчиев қазірше көш басында, Нұрутинов екінші. Тренерского штаба. Туркменский штангист, который завоевал малую бронзовую медаль в рывке, Ходжа Мухаммед Тойчиев сейчас также попробует преодолеть 220 килограммов в толчке. 24 года этому штангисту. И нормально все у него проходит. 238 килограммов, напомню вам, на прошлогоднем чемпионате мира в Хьюстоне поднимал этот штангист. Ну а на чемпионате на азиатских играх в Инчхоне его лучший результат 5-е место и 226 килограммов. Далеком. Ходжа Мухаммед Тойчиев, 230 келі, өзің жеке салмағын ескеретін болсақ, Тойчиевке қазір бірінші орынға шығуға тамаша мүмкіндік бар. Бұл спортшы жұлқа көтеру сынында қола жүлдеге ие болды. Біз осы Азия чемпионатында жаңа жарқырап жанған жұлдызды көрген дейміз. Бұған дейінгі көптеген спортшылардың атақ дәрежесі жалпы статистикасы бізге белгілі болатын, ал Ходжа Мухаммед Тойчиев әрбір жаттығуды орындаған сайын өзінің ұқыптылығымен, өзіне сенімділігімен көрермендерді өзіне тәнті етуде. 230 және Ходжа Мухаммед Тойчиев бірінші орынға суырылып шықты. Қандай мықты спортшы. На мосте последнего заключительного дня чемпионата Азии по тяжелой атлетике это туркменский штангист Ходжа Мухаммед Тойчиев. У него одна попытка, 237 килограммов. Остается также тайпейский штангист. У него также, оказывается, в запасе есть попытки, и он
запросил в последнем подходе 243 килограммов. Ну и еще Бахадор Муллай. Вот именно за иранцем. И интересно будет посмотреть, что он сможет противопоставить своему главному сопернику в толчке, чемпиону Азии из Тайпея. Ну а туркменский штангист очень счастлив. 237 килограммов засчитывает он свой актив. Но поднимал он и больше. На килограмм больше. Это было в прошлом году в Хьюстоне. 238 килограммов. Тем не менее, тогда не было у него медалей. Ну а нынешний результат позволяет ему завоевать медаль чемпионата Азии. Кроме того, одна из важнейших частей его выступления, то, что Тайчиев все 6 своих подходов использовал максимальной пользой для себя, а